Всем здравствуйте! Не удержалась, шла домой и решила на улице показать вот такого красавчика. Новый Зик. Дома потом покажу еще. Несу красавчика домой. Домой. Красота. Ну вот мы и дома. Сейчас мы его распечатаем и вместе с вами просмотрим и рассмотрим его. Я подложила вот такую вот штучечку, чтобы не рассыпалась на ковер. Вот такая милота, красота. Сейчас я сниму упаковочку и мы продолжим. Упаковочку сняла. Сейчас посмотрим листики, кустик, сорт. Найду, пока не знаю. Еще один орхидун. Ну, понравилось. Кто орхидейкам радуется? Да? Да? Кто орхидейкам радуется, а кто сумочкам разным? Целлофанчиком, пакетиком, бумажечком. Так, погнали дальше. Вот такой красавчик. Насколько я понимаю, это у меня зигопиталум голубой ангел. Если правильно. Если неправильно я сказала сорт, может кто знает, поправьте меня. Ну, по-моему, как бы цветы у него бледные такие, и, по-моему, он отцветает. Есть еще бутончики, и я думаю, что вот когда бутончики откроются, я уже увижу его настоящий цвет. Розеточка. Розеточка в этого голубого ангела. Не розеточка. Какая розеточка? Бульбы. Рассмотрим бульбочки. Кустик не сильно пышный. Вот что у нашего кустика. Тут наблюдатели, ценители искусства. Так. Здесь у нас получается одна бульбочка, вторая взрослая, ну и как положено, третья бульбочка еще не налита абсолютно, потому что он цветет с ней налитых бульб. Все мы это знаем. Очень интересно, сейчас я вам покажу, когда я его брала, сейчас я его и положу тут еще. Ох, зацепился. Сейчас будет все у меня тут. И на ковре, и на все. Так. О чем я говорила? Очень интересно, да. Что очень интересно, сейчас я вам покажу. Из середины нового роста цветок. Это реально бутон. Или это опавший цветок? Нет, это не опавший цветок. Это действительно там видно, не видно. К
как-то вот так. Ну, честно, я такого не видела. Сейчас еще хочу показать еще один мой загапиталу. Как я люблю говорить, обнять и плакать. На самом деле это был шикарный куст. Я говорила, что так как общим словом мы называем все камбрия, вот именно с этими камбриями у меня вообще это очередной эксперимент. Так, это чудо чудесное. Вот я только не помню, это я его приобрела или это я его пересаживала, потому что все вот эти маркера я начала вставлять совсем недавно. Раньше это все было не подписано, а если подписано, то были ценнички обычные, наклеенные на горшочках. И когда я начала это писать, вот я не помню, на одном писала, когда я пересаживала, вставляла, на другом писала, когда это было куплено, если помнила. Ладно, неважно, не в том суть, не в том дело. Это был шикарный, большой, красивый куст. Один, два, три бульба. Дальше была четвертая. Дальше была вот пятая. И вот такой молодой ростик. Молодого ростика корней нету. Двух вот этих бульб, которые были, тоже нету. Честно, я не понимаю, что с ними происходит. Вот оно растет, вот оно красивое, вот оно хорошее, вот его нет. Еще одна бульбочка. Сначала оно только потемнело. Я, если честно, думала, что солнцем, ожоги от солнца. Но сейчас, как бы, вот я его трогаю, постоянно щупаю. Но это и не гниль. Ну, не могу сказать, что это гниль. Посмотрим чуть-чуть. Резать что-то, смыкать я не буду точно. Вот оно уже сидит, как сидит. Вот оно вроде растет. Ну вот так. Это второй зигапитал у меня. Да, был один. Тот, кстати, очень классно рос. Неплохо он рос. Но опять это было 2-3 года, он шикарно там рос, наращивал, цвел, цветение было, все нормально. Ну, а потом начинается вот такая красота. То ли я что-то с ними не так делаю, то ли они со мной как-то вот так. Поэтому моя попытка номер 3 другой расцветочки. Ах, да, не показала название. Возвращаемся к нашему ангелу. Здесь, конечно, не сильно так прям обалденный куст, не сильно обалденные бульбы. Ну, попробуем. Посажен он кокосовое волокно, кора и посмотрю, что там еще, когда буду пересаживать. Ага. Добряшки. По корешочкам сразу скажу, снизу корней у него, сейчас переверну, снизу корней у него что-то он виднеется. Ну, чтобы там прям. Нету. Сейчас трогать, пересаживать не буду, хотя я любительница сразу принести, сразу пересадить. Я чуть-чуть полюбуюсь его цветением. Подумаю, во что его пересадить, во что его посадить. И на днях день-два пройдет, и во что-то сделаю пересадочку.
я еще подумаю, может, я что-то неправильно делаю, что-то не, во что, не, не в ту пересадочку делаю. Ну, да, забыла сказать за аромат. Травой какой-то пахнет. Вот этот, который я показывала, вот этот, этот очень классно пахнет. Он ароматит, ух, так ароматит, так ароматит. Этот я принесла домой вчера. Сегодня я распаковала. Сегодня у меня полувыходной, полурабочий день. Я его распаковала. Но аромата я не услышала. Я расстроилась, если честно. Я думала, что все зиги пахнут. Может, он потом когда-то будет ароматить. Но сейчас аромата нету. Вот так. Ну, реально он травой пахнет. Ну, такое. Ну, как-то так. Траву пошмякать вот так. Вот так он пахнет. Ну, вот так. Похвасталась новиночкой. Как-то так с грустью, наверное. Потому что не азигапиталом, что не мельтониопсис, то как-то у меня это все заканчивается плачевненько. О, вот такой у меня. Вот предыдущий красавчик. Всем спасибочки. Всем пока-пока. Маська, пока-пока.